В нефтегазовом комплексе страны состоялась встреча, посвященная активизации международного сотрудничества по возобновляемым источникам энергии и природному газу. В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о достижениях нефтегазовой отрасли страны и вопросах реализации стоящих в этой сфере задач. Как отмечалось, важное значение придается внедрению современных передовых технологий в производственные комплексы страны, обладающие богатыми запасами топливно-энергетических ресурсов, а также обмену опытом с крупнейшими мировыми компаниями и международными организациями в этой сфере. Также в ходе встречи была дана высокая оценка накопленному Туркменистаном опыту предотвращения попадания опасных отходов в атмосферу и активного использования современных технологий в этой сфере. В числе ключевых направлений были указаны вопросы переработки энергоресурсов, расширения сфер их использования и совершенствования структур управления нефтегазовым комплексом. We're here with a full team of us coming from Geneva, but from all over Europe, colleagues from the local office of the United Nations, from UNEP, the Environment Program, UNDP and others, and we're here to discuss with the Turkmen government, Turkmen gas, Turkmen Mebit, and Turkmen geologia about methane emissions and about the uptake of renewable energy and the energy transition in Turkmenistan overall. I thank the Turkmen gas for having organized this very important forum and for the Turkmen government for all the possibilities that we have to discuss these very important issues for Turkmenistan but for the whole world overall.